Здравствуйте, дорогой МТВ. Меня зовут Юлия, мне 23 года. Я живу в Саратове. В данный момент занимаюсь тем, что работаю фотографом и снимаюсь в различных видео и фотосъемках. А в свободное время занимаюсь йогой, медитирую и учу английский. Где-то лет с 13 мне начали говорить то, что я похожа на Юлю Волкову из Тату. Конечно же, подходили, спрашивали автографы много раз, фотографировались, но при этом я говорила то, что я не солистка группы Тату. Много раз посещала концерты, фан-встречи, презентации альбома группы, ходили в гости и так далее. Творчество Юли я очень уважаю и очень люблю ее как человека. По поводу схожести участвовала в различных шоу двойников, а также снималась в различных передачах. За столько лет поменяла очень много причесок и стилей, как у Юлии. В принципе, у нас похожий стиль. Краситься мне особо не надо, я только подчеркиваю глаза и делаю губы немного побольше, и все. Со схожестью, в принципе, и самой группой у меня связано очень много теплых и приятных воспоминаний. МТВ, спасибо вам за такой конкурс, я надеюсь выиграть.